Сразу несколько ключевых вопросов обсудили на совместном заседании Координационного совета по делам ветеранов и сторонников партии «Единая Россия». Собравшимся рассказали об основных темах, которые озвучил губернатор региона Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям Московской области. Сконцентрированно выделяются такие три основных направления. Первое – это, конечно, экономика. Основа, мы знаем, любой семьи – это семейный бюджет. Второе направление – для всех очень важно, это здравоохранение. По сути дела, в Московской области отремонтированы десятки поликлиник, которые уже, в принципе, были в таком состоянии. Давно их не трогали, не ремонтировали, не делали. И оснащение у нас в Одинцово это было сделано и в детской поликлинике, и вот в онкологическом отделении. И третий вопрос очень важный для всех нас – это экология. И тоже пошел разговор о новых экологических стандартах. Также на встрече подвели итоги работы за 2018 год. В течение всего периода в муниципалитете шла активная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Совместно с ветеранскими организациями было проведено несколько десятков мероприятий в школах и детских садах. Затронули и вопрос медицинского обеспечения. Так, за последний год в Перхушковской больнице квалифицированную врачебную помощь получили более 200 ветеранов и инвалидов войны. Участникам заседания представили план работы на ближайшие месяцы для ознакомления и внесения дополнений. В него включили тематические выставки, акции и экскурсионные поездки. А 15 февраля представители района примут участие в важном федеральном мероприятии, посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана. Планируется, да, 500 человек. Значит, афганцев в афганской форме, им уже пошили, значит, пойдут 5 человек с нашего района, всего 500. Так что у нас наши представители будут на этом мероприятии. Ветеранские организации будут задействованы в 5-м этапе ежегодной патриотической эстафеты Одинцовского района «Салют Победе». В 2019 году акцию посвятили Новороссийской операции, заключительной части битвы за Кавказ. С 10 по 12 мая состоится поездка нашей делегации в город-герой Новороссийск. Одной из тем заседания стало объединение поселений Одинцовского района и Звенигорода в единый городской округ. Участникам рассказали о плюсах и перспективах реформы и ответили на все волнующие вопросы. На встрече присутствовал председатель ветеранских организаций Звенигорода Любовь Петрова. В завершении собравшиеся выразили надежду на всестороннее плодотворное сотрудничество уже в новом составе. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».